Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Джекопрос. Здравствуйте, Джекопрос. Всем здравствуйте. Короче говоря, друзья мои, я не знаю уже, что снимать здесь, пока появился. Потому что уже... Тут же, понимаете, вот... Я не знаю, вот... Если... Хэппи представить как дракона, он просто пышет вот этим однообразием, я не знаю, вот поехали, вот, начнем с хардкора, блин, сейчас, минуту. Вот, смотрите, Спайкфолл. Весело, писец. Не, я ничего не говорю, да, я любил эти уровни, как бы так. И до сих пор они мне нравятся, ну, блин. Ага, зашибись, у меня скилл. Замечательно, просто вот. Я ничего не хочу сказать, то что авторы молодцы, делают. Как бы они работают. И уровни работают, и авторы работают, и все работает здесь, ну блин, ну... Здесь однообразие просто уже. Это реально. Nintendo Switch, зашибись. Плойка с Алифейс. Ну и чё? Замечательно. Взяли, расхерачили плойки, а чего бы нет? И вот сразу, с ноги. Блин, давай, 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 давай. Да, писец как весело. Ай, блин, да, короче, ну призран опять же. Да, один из любимых уровней, я не знаю. Ничего, курсор, наверное, включен, ну да ладно. Сейчас дело не в этом. Вот. Сейчас не видно, но я просто вот... Как вам... Просто какое-то руколицо, блин. Не, ну серьезно. Потому что писец вот... Просто я не знаю. Надо что-то... It's okay. Ай, поехали дальше. Я не знаю. 90% impossible.
же самое. Ну, панк ты арену, я не знаю, просто... Не думал, ты сейчас... Я не знаю, вот... Не трогай меня. Ну да, давайте вот это вот. Рэмбо Балфро. Я это тоже видел, это у меня в выпусках было уже, я не знаю, поверь, до хрена. Поверь, до хрена сколько. Ну, я не знаю, ну, понимаете. Ты какой нахрен, ну? Сейчас еще раз. Ну куда ты летишь-то? Просто тварь, я не могу. Как весело. Ладно, ну сейчас я попробую оживить, конечно. Блин, ну такого я тоже мне даже не ожидал. Смотрите, что творится. Короче, я кидаю в бэби, попадаю каким-то хреном в джекпот, и вот что происходит. Короче, вот так вот. Еще один дикий джекпот просто. Вот шедеврально, опять же. Да, тут все покатилось, блин. И дальше вчера и ребенок, и все. Ребята, у меня получилось задуманное, смотрите, короче говоря, кидаем в бэби, и можно победу заработать просто ребенком. Смотрите, он такой, запусти меня, запусти, я принесу тебя. Не схватить, просто за голову, и это не издевательство, это как бы он сам захотел. И смотрите, вау, шедевральный полет, крутящий момент, которого не хватало, и вин залетает просто, вообще огонь. И все вот так вот. Фу, я столько... Я 15 минут парился, чтобы этот момент сделать. Ладно, все, я ставлю 5 уровней, потому что реально... Блин, меня вот это вот зацепило. А можно ли сделать? Можно.
И напоследок, вот такой вот коротенький хиппи-вилс идея. Ну давайте посмотрим, что за хиппи-вилс идея. Это еще не последний уровень, к сожалению. Это предпоследний уровень. Блин, ну это вообще это огонь. Понимаете, вот мультиплеер. Да нет, так себе идейка. У GTA уже это все придумано. РП, машины и так далее и тому подобное. Так что так себе идейка. Так теперь. Где этот первоначальный уровень? Булфрог Хэллоуин, и мы на этом закончим с вами, ребята. Это, к сожалению, наверное, последний выпуск, ну блин, потому что. Вот так вот. Тыква. Опа. Лягушки, жабы какие-то. Я не знаю, короче, вот так вот. Можно было жабки надо запустить, ну да ладно. Короче, друзья мои, вот такой вот момент. Ну, я не знаю. Понимаете, как бы. Я не знаю. Хиппи-вилс уже как бы себя исчерпал, у меня такое ощущение. Давайте я в меню выйду просто. Уровень шикарный, спасибо тебе огромное, но блин. Просто понимаете, я не знаю. Можно взять паузу, можно как бы. Ну как бы возобновить, то есть как бы. К сожалению, ну, это уже последний выпуск. Потому что, извините, я уже не могу вот за авторов додумывать то, что как бы возможно. И как сделать, как улучшить, и как это самое. Так что, ребята, вот так вот, извините, это последний выпуск появился. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Джек Фрутин. Пока-пока.